Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвейта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Ну что, дорогие друзья, дорогие преданные, продолжается мой небольшой тур по нашей замечательной многострадальной родине. И вчера я был в Нижнем Новгороде, сегодня уже на Черноморском побережье. Задача какая? Посетить преданных вдоль Черноморского побережья и закончить, так сказать, в Абхазии, в нашем Ашраме Хришикеша Махараджа. Не знаю, сколько времени у меня на это уйдет, вот, поскольку все так очень-очень активно. Вода очень теплая, народу очень-очень много, вот, как бы, такое, как бы, прикольное, конечно, ощущение, не Калифорния, но, как бы, народ такой же везде одинаковый, хочет счастья, жизни, простых каких-то бытовых наслаждений, и для многих людей после самоизоляции вот эта вот вылазка на пляж, на юг, потому что за границу не пускают, денег нет, она как бы является отдушиной, поэтому народ активно очень тусит, вот, ну, в целом впечатления какие, что, конечно же, нам нужно развивать теплые края везде, от Украины до Абхазии, потому что, по сути дела, сейчас идет такое большое перемещение людей. Люди хотят бежать из этих человечников, хотят бежать на природу. Конечно же, юг, он всегда прокормит. И ну, люди, которые могут позволить себе что-то купить, может быть, подальше от моря, поближе к горам. Ну, конечно, это будет развиваться. Так, собственно, произошло и в Америке. То есть есть Нью-Йоркское побережье, есть Калифорния, там, и другие штаты, которые находятся вдоль, вдоль побережья. И они тоже сейчас очень активно развиваются. Тоже народ бежит из городов, из Лос-Анджелеса. То есть такое сейчас вообще большое перемещение людей. Ну, интересное время, конечно. И, но такой вот пример, да, с разными людьми встречаясь, там, разговариваем. Одни говорят, да, вакцины нормально, пойду там, штаны сниму, там, быстренько чичик-чирик. Другие говорят, да не, вы что, ребята, какие вакцины, нас всех убьют. Одни говорят, да какая цифровизация вообще, кому нужно, у нас все классно. Другие говорят, не, ну и нафиг эта цифровизация, не хочу быть подопытным кроликом. Да, конечно, везде натыкают камеры, но в лесу везде камер пока не натыкают. Поэтому, конечно, если вы спросите меня, что делать, ну, тут надо понимать такую вещь, что так или иначе, в какой-то момент мы должны будем определиться для себя, чем мы хотим заниматься. Потому что любая деятельность, она занимает огромное количество времени. Можно сказать, все время. И если мы пытаемся заниматься этой деятельностью для какого-то духовного развития, то как бы это хорошо, да. Но с другой стороны, если вся наша деятельность уходит ради, мы говорим, там, какой-то мечты, а уже на мечту не остается ни времени, ни сил, тогда нужно как бы хорошенько подумать вообще,
что мы делаем, какие у нас цели и задачи, куда мы движемся. Вот, поэтому для себя я думаю, какие цели, задачи, куда мы движемся. Но одна важная вещь, я понимаю, что вот у меня сейчас прет проповедь больше всего. Не в том смысле, что она прет и прет. А я понимаю, что вот моя как бы проповедь, она может приносить ощутимые результаты, если только ей я буду заниматься. Но я понимаю, что мне нужна какая-то команда, которая будет заниматься контентом, рекламой, продвижением. То есть, по сути дела, надо делать такой как бы личный канал, ну не то что канал, а контент, скажем так, да. С другой стороны, мы обсуждали вот с Данди Махараджем, с Сахадевом, с Риндаваном, что, ну да, хорошо, там, кого-то мы вдохновим, но куда-то надо людей загонять. Ну, первое, загонять их, конечно, в YouTube какие-то каналы, чтобы они получали духовное образование, такое вот онлайновое духовное образование. Вторая вещь, вы сами знаете прекрасно, что онлайновое образование духовное, это неполноценное. То есть надо, чтобы люди начинали практиковать, практиковали серьезно, у них появлялись вопросы, чтобы они зрели, чтобы они изучали Писание и в конечном итоге объединялись в какие-то микрообщины, а может быть и макрообщины, может быть кто-то уходил как бы жить в храм. Вот. В этой связи, конечно, много трудностей. Вот, ну, пример, наша молодая украинская миссия. Понятно, что сейчас, так сказать, каналы финансирования все перекрыты. И как бы одни люди говорят, давайте срочно продавать пирожки, другие люди говорят, давайте проводить программы, а третьи говорят, а не на что проводить программы. Но тут надо всегда идти от рекомендации Кришны. Кришна говорит так: вся деятельность, связанная с Божественным, не должна останавливаться. То есть, если мы можем собираться на программы, проводить киртаны, поклоняться божествам, это не должно останавливаться. Это первое. Второе, как бы вся другая деятельность должна, ну, как бы своей целью иметь развитие духовности и проповеди. Тогда у нас будут как бы все наши с вами идеалы, ну, в правильную линию. Если мы будем задействовать преданных для эксплуатации каких-то своих личностных интересов, или если мы поставим там какой-то бизнес выше, чем идеалы проповеди, тогда мы, ну, как бы не сможем, ну, как бы смешаем все в одну кучу и не получим ни того, ни другого. Потому что самая глобальная проблема в любой духовности, в любой религии, когда она теряет свою суть по обмену своих принципов, законов, и постепенно организация деградирует, ну, понятно, да, то есть проявляется в большей степени коммерческий, как бы, эгрегор, и божественный уходит на второй план. Вот это очень опасная ситуация, с одной стороны. С другой стороны, а как делать, как жить? Надо платить счета, надо вот... Ну, в Москве у нас там есть какие-то уже проекты накатанные. В Питере вообще бизнес-проектов у нас почти нет. Питер у нас живет за счет пожертвований и, скажем так, летом открыли преданное маленькое кафе в храме. Ну, в кафе хорошо торговало, народ шел, потому что народ повалил на пляж, а там ничего поблизости не было. Ну, и еще интересовался. То есть мы видим, да, что возможно совмещение, но, опять же, надо понимать и ставить себе приоритеты. И вот это самое главное, да, потому что в силу разных обстоятельств у людей разное восприятие. Ну, а что делать тем, которые хотят? Вот некоторые говорят, прихожу в храм, мою полы, но больше делать нечего. На самом деле, ребята, очень-очень много дел, в особенности в интернете. Проповедовать и продвигать контент в интернете может любой. У нас есть каналы, ролики всех наших махараджей. Кто-то может просто сидеть там в ответы на вопросы ВКонтакте, раскидывать эту информацию. То есть, на самом деле, если говорить уже про, скажем так, санкиртану, то понятно, главное санкиртана – это в интернете. И общение людей тоже в интернете. Ну, например, я разговаривал с исконовским юристом, он сказал, что сейчас несколько административных дел, как всегда, Россия в своем стиле, была хренама, на нее накатили, сейчас же все очень сильно боятся всех массовых мероприятий, типа вы там не получили разрешение, здесь не получили разрешение. Хотя понятно, что все эти законы антиконституционные, демонические, но, как говорится, никто особо даже этого не сменяется. И преданный юрист из ИСККОНа говорит, вот нам надо сейчас отбивать по судам эти все решения, вдруг
хренам он начнут закрывать, тогда по всей России мы не сможем выходить на воспевание святых имен. Ну, в Украине обстоят дела проще, но саму Украину закрыли. Я сейчас не могу въехать в Украину, пока не знаю как, постараюсь. Потому что закрыли въезд для всех иностранцев. И вот этот баранавирус или коронавирус, можете назвать как угодно, корона, барана, он, конечно, вот им продолжает пугать людей и продолжает как бы под этот вирус делать такие свои мелкие гадкие делишки. Но эти гадкие делишки, похоже, что они, так сказать, это одно большое дело. А гадкие делишки просто как бы часть этой такой программы лишить людей каких-то элементарных прав и, так сказать, загнать их в рабство, запугивая. Почему запугивая? Потому что страх – самый главный инстинкт. И вот страх и самосохранение. И вот сегодня я там слушал Шримад Бхагаватам, и там очень хорошо говорит о том, что Господь, Он победил Хираньякашипу, который олицетворял страх. И этому Господу Нарисимхе после этого стали молиться обитатели разных миров. Да, потому что вы помните, что демон Хираньякашипу обладал невероятной силой, и он подчинил себе ситхов, ганхарвов, чаранов. Ну, там такие интересные, мы же не так много знаем про эти миры, но, в принципе, прикольно. Там ситхи говорят, вот, у нас была возможность там быть невидимыми, перемещаться через время и пространство, но злобный демон Хираньякашипу типа отнял у нас эти способности. Там ганхарвы, ну, короче, все эти обитатели высших планет, они обладают какими-то теми или иными ситхами, да, там кто-то перемещаться, кто-то там, так сказать, какую-то молодость сохраняет, кто-то сохраняет еще какие-то мистические способности. Но пришел, типа, демон и всех и все отнял. Мы тут честно заработали все эти ситхи, да, в прошлых жизнях пахали, в этой жизни родились как бы на высших планетах, а тут пришел злобный демон и всех нас, типа, лишил наших прав, да, потому что там же, в тех же мирах тоже у них права, типа, у нас там права человека, у них там права ганхарова, права ситхи. Вот, сейчас, одну секундочку, я выключу самый... у меня просто работает. Вот. Так что, если вы слышали, да, то есть вот эти все мистические существа, их всех затроллил этот ужасный демон, и они стали возносить Господу молитвы и его прославлять. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что, во-первых, все жили на страхе, на кошмаре. И демоны всех застращал, закошмаривал до такой степени, что они уже как бы испугались. Вот. Да, сейчас. Все они испугались, и сейчас, ребята, у меня скоро GPS выключится, поэтому я закрою свою трансляцию важной мыслью. То есть все демона, и я уверен, что в нашем случае тоже, по милости Господа, все демоны будут побеждены. Главное нам помнить, что страх – это рефлекс. И страх – это самое важное чувство, на которое давят всегда материалисты. Да, там помните, что есть рефлексы, инстинкты, сон, еда, совокупление, да, там вот людей там лишали сна, там, так сказать, перекрывали им все каналы, и вот они там типа на страхе живут. Ребята, не надо бояться. Страх – это то, что замещает отсутствие веры. Отсутствие понимания, что всем управляет Господь. Отсутствие понимания, что даже в самые сложные времена Господь всегда нас защитит. Потому что один из главных принципов Ракшишатити Вишвасо принять, несмотря на все сложные жизненные обстоятельства, мы с вами должны верить, что Господь нас защитит. Принять защиту Господа. И Господь тогда действительно, Он нас защитит. И как бы Господь, Он очень милостив своим преданным. Не был подвержен повелителю всего, в конечном итоге достигает шанты покоя. И
Поэтому наша духовная практика и вера должна быть такова, что мы понимаем, что создают вокруг себя эгрегор везде, даже в этом мире. И так или иначе, так сказать, время от времени демоны захватывают власть, и демоны пытаются там какие-то свои там делишки, свои идеи прокатывать, да. То есть демоны, они очень ушлые, они очень как бы грамотные, они как бы такие а-ля продвинутые. Вот, поэтому нам не нужно просто бояться демонов, нужно помнить, что все их качества, они всего лишь навсего материальные. И никакой демон не может противостоять ни душе, ни вере. Наоборот, только укрепить душу и веру. Я извиняюсь, немножко подпростыл, может быть. Думаю, что это коронавирус, думаю, что это просто такой как бы чих легкий. Вот, поэтому, ребята, какие у нас проблемы? Если мы достигнем веры и верности и преданности Господу, то мы выдержим все испытания, и нас никто не испугает. Если мы разведемся на игры ума, на конспирологию, ой, что будет, ой, как будет, конечно, надо держать нос по ветру, да, то есть надо понимать, комментами, да. Представляете, какие можно было бы сделать огромные программы по здоровому образу жизни. Ну, кому это интересно? Никто об этом не говорит. Да, в интернете об этом говорят, но в основном людям впаривают какие-то стандартные вот эти вот схемы, там, работа, смерть, пенсия, смерть. Да, то есть, и большинство людей идут по этой схеме. Но сейчас мир меняется, меняется парадигма, и сознание Кришны становится все больше и больше актуальным. Помните, как Шрила Прабхупада, он что говорил? Он говорил, экологические общины, фермы. Он еще сказал это там 50 лет тому назад. И все те, кто как бы, ну, зашли на землю, купили землю, стали землю возделывать, да, это было трудно, это было непривычно, но все в результате выигрывают. И не забывайте о том, что вот я смотрел там, в той же Ростовке, где у нас Говинда Ленд, там можно за $1500 купить участок земли. Там некоторые преданные покупают. Представляете, за $1500 можно купить 40 соток земли и дом. Это, конечно, чудеса с Америкой. Понятно, что там дом какая-то развалюха, но его можно отреставрировать или построить что-то новое со временем. Вот. То есть, пока еще земля как бы полностью не прибрана демонами к рукам. Поэтому, ребята, думайте о том, как бы иметь какое-то место, какое-то гнездо на земле. И, конечно же, если какие-то преданные будут между собой соединяться, собираться. Вот у нас там преданные купили в Сочи землю, там знакомый преданный купил в Кунайке землю. В общем-то, мы, ну, как бы, наверное, с ними встретимся там в Сочи, в Кунайке. Я хочу туда заехать, сюда заехать. В общем-то, я поэтому как бы и здесь, даже не знаю, сколько, где я буду времени, но так или иначе постараюсь по возможности, если не буду сильно загружен, скажем так, вещать, да. Вот, поэтому, ребят, смотрите,
вера, верность, духовная практика, духовное объединение, простая жизнь, возвышенное мышление. Да, это не все так просто. Теоретически об этом приятно говорить, но практически нужно совершать такие как бы дела, да, то есть, ну, я очень рад, что у нас вот есть такие команды, как там Харьковская команда, Ростовская команда, Киевская команда, что ребята пытаются, да, но команды новые, еще трудно им, но ребята пытаются. Да, есть ребята в Сочи, которые также пытаются объединиться. Есть, безусловно, мощная команда Хришикеша Махараджа в Абхазии. Вот там вообще как бы многие преданные еще там 10 лет тому назад туда уехали. Они давно уже живут в такой, как бы, можно сказать, непризнанной республике. Горы, воздух, реки. Да, люди, конечно, местные там специфические, но там не мешают жить духовной жизнью. Да, кроме самого себя никто тебе не мешает. Наоборот, помогает. Так что, ну и вы думайте, ребята, как вот вы видите себя в новом мире, потому что завтра могут тупо выключить там где-то свет, там начнется какой-то кипиш, холодильник быстро закончится. Ну и даже мы запасемся продуктов, это хорошо, это позволит нам какой-то пережить. А на что мы посвятим свои как бы годы, своей активной жизни? Вот. Я тоже думаю об этом. Мне, конечно, хочется, как бы мое эго заставляет делать такие амбициозные проекты, арт-проекты. Ну вот, ну, благодаря ним, конечно, мы вылезли там и в Америке, и в Китае. Но с другой стороны, я тоже понимаю, что вот, ну, просить ради сознания Кришны только заниматься арт-проектами, это тоже будет с моей стороны даже не предательством, а глупо. Поэтому я рассчитываю, что уже какие-то наши кадры, которые подросли, сформировались, должны брать на себя инициативу. Но пока это только мечты, пока практически это не получается. Вот, так что я не унываю, я знаю, что нужно трудиться, но всегда нужно идти по правильному пути. Так что, друзья, вы думайте, что для вас правильный путь, да, то есть... С Аванутом Махараджем все нормально, он сам разберется. А вот с вами, как бы, у меня, конечно, насчет многих глубокие сомнения. Если вы думаете, что, ну, вот так вы присоединились к миссии, получили формальное посвящение, теперь больше ничего делать не надо, то, ну, вы как бы не до конца поняли, куда вы вписались. Веды говорят, Хари Бхакти Виласа, очень редкая душа может получить посвящение. И сказано, что человек должен отдать своему духовному учителю не только свое богатство, часть своего богатства, а главное, он должен отдать свое сердце полностью. Да? То есть богатство, понятно, там нужно для семьи, для детей, там, кто сколько может пожертвовать. Сказано, что тот, у кого есть возможность, если он царь, он должен пожертвовать там, так сказать,